Здравствуйте, дорогие друзья, гости, ну и, конечно же, подписчики моего канала. С вами Нестягин Олег. И сегодня я решил продолжить тему о костях, которые торчат вдоль берега Аргентины. Дело в том, что я очень много чего вам интересного не показал. Вдоль этого берега, вернее из берега, торчат не только кости разнообразных животных, но и корни деревьев. И поэтому я предлагаю сегодня посмотреть фрагменты из видео, которые мне любезно предоставил канал Иммигрант и мой товарищ хороший, о котором я вам уже говорил. И мы посмотрим всего лишь детали. Ну а если кто-то захочет посмотреть полностью эти фильмы, я оставлю ссылочки в описании под видео на все три части, которые называются «Археологическая разведка», первая, вторая и третья часть. Ну а мы пока давайте рассмотрим, что я здесь интересного увидел. И первое, что интересно здесь, я увидал, это необычную структуру, которую пронизывает вот этот глиняный берег. И эта структура намного тверже самой основной структуры, то есть глиняной. И она пронизывает практически весь берег. И она очень фантастически выглядит, похожа на губку. Вот также посмотрите внимательно, как эта структура вымывается и обнажается. Что это такое, я не знаю. Парни пробовали поскалывать, говорят, очень твердое, намного тверже, чем основной берег. Посмотрите внимательно, как это все выглядит. Также думаю услышать ответ от вас, что это может быть. Вот как эта структура выглядит при более близком расстоянии. Посмотрите, такое ощущение, что плавилась и стекала. Порода кристаллизуется. Вот здесь можно сказать, все, она в кристалл превратилась. Так же, как слышали вы, автор говорит то, что эта порода кристаллизуется. И практически она превратилась в кристалл. Посмотрите. А вот кости нифига не в кристалл не превратились. Они мягкие, их отсюда и вытащить. Вот про кости говорит то, что они мягкие. И вытащить практически невозможно. Рассыпаются в руках. Неудобно. Они хрупкие, ломаются. Ну вот вам еще. Вот посмотрите, отлично видно то, что это кость. Эти кости очень хрупкие, тяжело их вытащить, да и опасно, берег обваливается постоянно. Поэтому парни рискуют своей жизнью, рассматривая эти косточки. Также посмотрите, как выглядит вся эта кристаллическая структура, которая пронизывает весь этот берег. И эта структура практически везде встречается, вдоль берега Аргентины. Что это за структура? Я понятия не имею. Так они у него даже покрашены. Ты это видел? Дядь! А вот парни обнаружили кость, то ли это черепная коробка, то ли еще что-то. И в ней, как видите, еще косточки лежат. И вот парни говорят, что размером эта черепная коробка 1,5 метра в среднем. Слышь, тут прям кость большая. Конечно, может быть, это и не черепная коробка, а что-то связано именно вот с этой структурой, но очень похоже. Смотри, видишь вот это сверху? Вот там, она где-то 1,5 метра в диаметре. А вы как думаете, черепная это коробка? Или что-то с этой структурой связано? Кристаллической. Да, вот такая красота. Вот так она выглядит при более детальном просмотре. Эта структура белая. Ну вот еще одна
А вот косточки. Из запчастей позвоночника. А это фрагменты позвоночника, если я не ошибаюсь. Посмотрите внимательно. Вот еще один кусочек. Также очень много пещерок интересных. Скорее всего, волны вымывают более рыхлую почву. И получаются вот такие вот небольшие интересные пещерочки. Так, обратно нам они показывают черепную коробку. То есть надо посмотреть, порода это или кость. Ну вот вам. Вот вам и зубы. Автор видео говорит. Давайте более внимательно рассмотрим их. Зубы. Чьи? Чьи это могут быть зубы? Как вы думаете? Потерянные. Посмотрите, как отлично их видно. Вот такие вот интересные косточки у нас торчат. А сейчас мы посмотрим корни от деревьев, которые также отчетливо видны. А вот они, наши корешочки. Сейчас мы их более детально рассмотрим. Сейчас, конечно, по этой фотографии, по этому стоп-кадру их не так отчетливо видно. Но парни нам более отчетливо покажут. Вот здесь частично их видно. Особенно вот эти пласты. А вот здесь вот уже более отчетливо их видно. Смотрите, как эти корешочки выглядят. Так что, дорогие друзья, здесь был настоящий глиняный потоп. И это доказательство. Раньше здесь деревья росли. И все это завалило. Посмотрите. Отлично видно, что это корни деревьев или сами деревья. И эти корни очень хорошо видать. Да, они сейчас в хрупком состоянии. Да и вообще опасно здесь раскопки проводить. Все обваливается, как видите. Здесь очень опасно, но ребята не из пугливых, поэтому продолжили свои археологическую разведку. Вдоль берега всего эти корни отчетливо видать. Посмотрите, и это отлично видно. Почему я часто это повторяю? Очень много скептиков, которые любую причину найдут, лишь бы не верить. Это настоящий гигантский глиняный потоп в этом месте был. И раньше здесь рос лес, а теперь его вымывает. Ну что ж, давайте дальше смотреть. Здесь очень много интересного, еще помимо костей, корней, я вам покажу. Ну здесь смотрите, вообще прямо открылось. Вот посмотрите, косточка какая большая торчит из стенки. Мне как-то писали, это кости рыб. Их выбило волной и вбило в стену. Ну, смешно, если честно. О, нифига ты нашел. Вот, ребята, более большую косточку нашли. Не знаю, от какого животного, может, у нас есть специалисты. Да, ее потом промыть. Ну, конечно, никто по такому маленькому фрагменту не определит, от какого животного эта косточка. Стволы дерева. А вот стволы деревьев показывает автор. Посмотрите, насколько их много. И эти стволы похожи на корни от мангровых деревьев. Ну, это мое мнение, конечно, я могу ошибаться.
Вот здесь кому что интересно. Кто-то косточки ищет, а кто-то и на корни обращает внимание. А здесь похоже на кусочек от стены. Видите кирпичики? О, так тут вообще скоро отвалится, слышишь? Также это белая прослоечка. Посмотрите, как вылезла из стены. Любопытно, что это такое может быть. И как я вам ранее показал, она очень твердая, практически один целый кристалл. Ну а мы давайте на третью часть переключимся, так как вторая уже закончилась. Вот здесь также интересный момент, посмотрите, что-то необычное из стены торчит. Парней также это заинтересовало, что это такое может быть. Вот еще одна косточка торчит из стены. Также давайте назад перемотаем немного. Не успел на паузу нажать. Ага. Видите корешки внизу, которых отчетливо видно? Что ж, дальше? Смотрим. А вот парни еще одни зубы нашли. Она маленькая, какой-то мелкий зверь видно. Ну-ка переверни ее. Зубастая птица какая-то. Ну, у птиц зубов нет. Ну, блин, она вытянутая. Ну да, вот так подумали. Больше это на корни похоже, уже деревья. Вот и автор говорит, что это больше на корни похоже. Деревья, потому что они все-таки заворачиваются, они не прямые. И мое мнение, это мангровые деревья. Вот так, наше мнение. Классное видео получилось. Здесь прям еще прям с когтем. Прям вот так. А вот коготь торчит из стены. Непонятного животного. Это коготь. Прям реально коготь. Ну как видите, коготки небольшие. Может быть это птица. Тоже коготь какой-то. На руку его положим. Вот еще одна интересная находочка, которую парни нашли. Сейчас мы более внимательно ее рассмотрим. Все, перестало шипеть. Опять зашипело. Может, это газ какой-то? Говорят, шипит. Еще кристаллы. Кристаллы? Прям кристаллы, Андрюха. Только там крупнее, а здесь помельче. Да, меня поражает. Ну что это такое может быть-то? За прослоечка белая. Да, интересный след. Вот еще косточки, как видите, и стенки торчат. Вот также интересные камешки. Тоже коготь какой-то. Да, вот мы отломали кусочек. Она как смола растет линело. Тоже коготь, смотри. Здесь посмотрите, какой интересный камешек. Внутри видно кристаллическая структура. Не правда ли интересно? А на этом, дорогие друзья, я обзор археологической разведки с канала Эмигрант буду заканчивать. Если вы захотите посмотреть полные версии, переходите по ссылочкам, которые я оставлю под видео. А на этом я заканчиваю. Всем до новых встреч!